Новую книгу об Эмомали Рахмоне презентовали в Душанбе. Произведение посвящено 30-летию 16-й сессии и 30-летию политической и государственной деятельности главы государства. В этой книге как раз о роли основоположника национального согласия и мира в республике Эмомали Рахмона говорится и в статьях в разных планах и в области экономики, в области политики, международной деятельности лидера нации. Книга – совместная работа 50 авторов, среди которых известные ученые и политические деятели Таджикистана и зарубежных стран.